Путина поддерживаете как президента? Это единственный президент, которого вы знаете в своей жизни? Медведев еще был. Но он был. Ну, вы сами засмеялись, да, все понимают. Медведев это так. Ну, а что сказать, то есть, как бы... Не, вы можете сказать то, что хотите. Ну, то понимаете, есть... дело поддержки, не поддержки. Я в политику стараюсь не лезть, потому что это такой серьезный вопрос, а я муравей. То есть у нас есть инакомыслящие, есть неинакомыслящие, но я считаю то, что это вот не моего ума дело, потому что я наблюдаю то, что... Ну, вот я наслышан, грубо говоря, там... В школах учителя, они часто сидят, ну, если это отдаленные школы, они часто сидят, как этот, комиссия на выборах. И не видел этого своими глазами, но как слух, то, что бюллетени там подделывают. Фальсифицируют, ну, да, выборы сами вот, же учителя, вот да? В том числе. То есть какие-то моменты, где, ну, спорные с властью, которые неприятны населению, там, может, мне. Вот. Но говорить об этом, чтобы потом попасть... под раздачу не хотелось бы. То есть, ну, не здесь, я говорю, не хотелось бы говорить, а просто лезть в эти дела даже не хотелось бы. Вам потому нравится? Что понимаю то, что не в моих силах исправить какие-либо вещи, которые мне не нравятся.